Всем здравствуйте, всем привет! Как ваши дела? Надеюсь, у вас все хорошо, вы не болеете, вы здоровы, у вас прекрасное настроение. Ну и, конечно же, скорее, если вы попали ко мне на данную тему, да, вы увидели в названии «Заговор от порчи», возможно, какие-то моменты в жизни у вас идут не очень хорошо. И вы пришли сюда для того, чтобы получить какую-то поддержку, помощь Всевышних сил. Так, хочу напомнить, что у нас есть до 7 числа еще время растущей фазы Луны. В это время вы можете говорить, использовать заговоры, шепотки на желания, на деньги. Все это можно делать на растущую Луну. И это благополучно вам поможет и повлияет на положительный результат. Итак, если какие-то заговоры, шепотки вас интересуют, вы можете посмотреть у меня на канале, полистать видео. Возможно, вы найдете что-то полезное для себя. Все они рабочие и вам помогут. Итак, можно говорить его в любое время. Также можно записать данный заговор на бумаге и положить его под подушку. А можно наговорить на воду, а затем эту воду вы выпиваете. И данный заговор звучит таким образом. Петр и Павел, верховные апостолы, закройте и защитите меня, раба Божья, называйте свое имя, своею ризою, нетленною, от зла человека, от лихие думы, от черного, от черемного, от белого, от русого, от попа, от попадьи, от чернтья, от черноризницы, от девки простоволоски, от своей думы, раба Божья, называйте имя свое, от своего помыслу и тем моим словам ключ да замок. Всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь, аминь, аминь. На этом заговор заканчивается. Пользуйтесь во благо. До скорой встречи!